Приветствую всех на своем канале. Предлагаю вам сегодня свой рецепт драников. Приготовим драники из кабачков. Если вы еще не подписаны на мой канал, то подписывайтесь, ставьте лайки и пишите любые комментарии под видео. Для приготовления драников нам понадобятся кабачки, яйца, мука, соль, черный молотый перец, пучок зелени, растительное масло и сметана для подачи. Начнем готовить. Кабачки хорошо промываем и снимаем с них кожицу. Затем натираем их на крупной терке. Выкладываем в глубокую миску. Даем натертым кабачкам немного постоять и сливаем с них лишний сок. Теперь в миску к кабачкам разбиваем 2 яйца. Добавляем мелко нарезанную зелень, солим и перчим по своему вкусу. Теперь добавляем муку и хорошо перемешиваем. На сковороде разогреваем растительное масло и ложкой выкладываем кабачковое тесто. Жарим драники из кабачков на среднем огне с обеих сторон. Готовые драники подаем к столу со сметаной. Если вам понравилось это видео и рецепт, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Пишите, комментируйте и высказывайте свое мнение. Это очень важно для меня и для продвижения канала. Приятного вам аппетита!